давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Компания Dugi выпустила на рынок настоящий Uberphone-долгожитель. Модель T6 Pro – девайс с батареей огромной емкости, на борту которой 6250 мАч в металлическом корпусе и 5,5-дюймовым экраном. А еще он может выступать в роли пауэрбанка, подзаряжая другие устройства. Звучит как бальзам на душу для тех, кому надоело носить с собой внешние аккумуляторы. Тестирование позволило проверить автономность этого энергетического монстра на практике, а заодно выявить другие особенности. Dugi T6 Pro такие. Экран TFT IPS 5,5 дюймов, HD разрешение, процессор 8-ядерный, 64-бит, графический ускоритель Mali T720, операционная система Android 6.0, оперативная память 3 гига, встроенная память 32 гигабайта, поддержка карт памяти. Так, на борту у него здесь, значит, помещается microSD и один слот комбинированный под microSD. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth, навигация GPS, GLONASS, камеры. Основная камера 13 мегапикселей, сдвоенная вспышка, автофокус, фронтальная 5 мегапикселей. Здесь есть такой нюанс, что камера здесь интерполирована до 16 мегапикселей. Освещенность есть, движение и микрогироскоп. Аккумулятор 60 мА, несъемный, быстрая зарядка, МТК, Pump Express 3 мм по высоте, 77 по ширине и почти 1 см толщина, есть 9,9 мм. Вес аппарата 227 граммов, не маленький аппарат. Vantuzu набирает 37 тысяч баллов, Ace Storm Unlimited набирает 7180 баллов. В принципе, как бы показатель небольшой, но для обычного использования вполне достаточно. То есть работы в интернете, этого хватает. Серфинга, просмотра видео и так далее. И для того, чтобы не тупил интерфейс. Камера у этого аппарата простенькая и какими-то выдающимися качествами не выделяется. Обычная камера. И также отдельно стоит отметить батарейку. Вне всяких сомнений, главная отличительная черта Dugi T6 Pro – встроенная батарея на 6250 мАч. При этом аппарат поддерживает функцию ускоренной зарядки и комплектуется соответствующими зарядными устройствами с напряжением 9 вольт и силой тока 2 ампера. Время полной зарядки аккумулятора составляет около 2 часов, тогда как простая ампер будет заряжать смартфон всю ночь. Насколько хватает этого монстра в повседневной эксплуатации, это, конечно, вопрос. И если взять за основу усредненный сценарий использования с получасовым разговором по телефону и 2 часами веб-серфинга и жизни в соцсетях, еще 2 часами музыки в наушниках и 1 часом игр, плюс 1,5 часа работы камеры и просмотр пары роликов из YouTube, заряд упадет до нуля лишь к вечеру 3-го дня использования. Стоит заметить, что в таком режиме большинство аппаратов едва дотягивает до вечера, так что результат действительно впечатляет. Также были проведены стандартные замеры фиксированной нагрузки при максимальной яркости экрана. Проигрывание видео длилось 20 часов 37 минут, а часовой игровой марафон в Real Racing 3 отнял около 15% заряда. Бенчмарк подтвердил живучесть гаджета около 17 часов. Так что очень даже такой хороший аппарат в плане автономности. И стоит он не сильно дорого, 9500 рублей. Приемлемая цена для такого аппарата.